Привет, бро, с тобой Воблер, и успей поставить лайк за 3 секунды, если ты любишь лето. Считаю. Раз, два, три. Молодец, бро, что ты успел поставить лайк. Я тоже обожаю лето, длинные дни, а также каникулы. Сегодня мы с тобой поиграем в новую интересную игру Idle Maggots. Мы с тобой будем развивать опарышей, которые будут поедать уже мертвых здесь животных. Как ты видишь, какая-то мышка бежала, умерла, может быть, от старости. И мы с тобой будем увеличивать количество опарышей, личинок на этой мыши, дабы вообще ее превратить в чистые кости. У нас есть один опарыш, который уже залез на мышку и там грызет ее. В принципе, в природе смерть — это нормальное явление. Кто-то рождается, кто-то умирает, а кто-то ест того, кто умер. Сегодня мы будем играть за опарыша, а как ты знаешь, опарыш — это личинка, то есть у него есть более крутая эволюция. Обязательно, бро, напиши в комментариях, что рождается с опарыша. Я тебе даю подсказки. Первое — это комар, второе — это бабочка, третье — это муха, а четвертое — более крутой червяк. Обязательно пиши, дружище, в комментах, и я поставлю под твоим правильным вариантом лайк. Ну что же, у нас уже есть второй опарыш, как ты видишь. Опарыш приходит, короче, грызет нашу мышь, потом уходит куда-то в туалет и снова приходит. То есть личинка не ест бесконечно, ей надо обязательно прийти, поесть, уйти и снова прийти. Наверное, он реально в туалет ходит. У нас уже есть две личинки. Пока что у нас самая легкая скорость. У нас внизу есть три прокачки. С правой стороны это у нас личинки. Второе — это сколько денег приносят личинки. И третье — скорость работы личинки. Также у нас есть деньги, которые накапливаются. И за эти деньги мы с тобой покупаем личинок. Такое ощущение, что мы прям какая-то фирма, санитары леса, да, которые просто убирают мертвых животных. На самом деле это круто, когда есть такие личинки, потому что если бы животные никуда не разлагались, то представь, сколько трупов животных бы было. Может быть, это все воняло. Короче, личинки реально делают полезные вещи. У нас уже в игре 8 опарышей, 9, которые сейчас разбирают мышь на детали. Реально это круто, смотрите, как они кушают. На самом деле происходит все намного медленнее в игре. Я для вас ускорил здесь 4 раза, но чтобы быстрее на самом деле разобраться с этой мышкой. У нас есть прокачки, в принципе, деньги у нас сейчас накопятся, и мы с вами будем уже покупать либо скорость личинки, либо количество личинок. Давай еще чуть-чуть, пошла вперед жара. Личинки, приносите деньги. Вы представляете? Специальные личинки, которые носят деньги. Это просто офигенные личинки. Мне кажется, что все бы их заводились. И лежишь дома, а тебе личинки деньги приносят. Да, ну что ж, давай, грызем нашу мышь. Нам нужно как можно больше денег для того, чтобы прокачать скорость работы наших опарышей, а также увеличить их количество. Сверху у нас вылазит 2x денег и 2x скорости. Ну что ж, я это все активировал за ролик, и теперь, ребята, реально опарыши у нас бегают быстрее, а также добывают быстрее. На скорость в ролике не обращайте внимания, потому что я для вас здесь все ускоряю там в 3-4 раза, чтобы все длилось быстрее, потому что изначально скорость вот такая вот слабая была, как в начале вы видели. И вот теперь, в принципе, они уже быстрее что-то здесь ползают. Также у нас 15, ребята, опарышей. Как ты видишь, опарыши, кстати, медленно как-то прокачиваются, ты жмешь всего лишь по одному. А вот другие ускорения здесь быстро прокачиваются, ты много раз кликаешь, и оно все добавляется. Давайте, личинки, вперед! У нас уже 23 опарыша, это реально безумие, ребята! Это у нас супер червяки, работники. Такое ощущение, что я какой-то директор, а червяки работают на меня. Я такой говорю: ну давайте, опарыши, работайте. Я вам скорость прокачаю, я увеличу количество работников. Потому что они мне приносят деньги, а я за эти деньги, ребята, вообще беру и нанимаю других опарышей. Было бы смешно, если бы они приносили кусочки мяса, а я бы мясо давал опарышам. А так здесь деньги. Ну да ладно. Давай скорость, ребятки, работайте быстрее. Реально нормально, смотрите, какая скорость уже стала. Хорошо, давай еще чуть-чуть, и мы сможем сожрать эту мышь. Вот, смотрите, мы уже сверху скушали, осталась нижняя часть туловища, хвост и уши.
Ну, я не знаю, что это за мышь такая ушастая, вы посмотрите. Может быть, какой-то вид специальный такой. Какая-то мышь со своими огромными ушами. Может, это слоновая мышь. Я без понятия, есть такие мыши или нет, но здесь какая-то она смешная. Она глаза закрыла, отдыхает, а мы ее жрем. На самом деле, она мертвая уже, да? Давай, жрем! У нас по графику мы не успеваем. Мы должны именно к вечеру закончить с этой мышью и приступить к другим животным. Давайте, мои работнички-опарыши, ускоряйтесь. Смотри, у нас уже 37 опарышей. Я в шоке. 20-я скорость наших опарышей. Давайте быстрее. Здесь, конечно, я ускоряю, чтобы все быстренько было. У нас уже 50 опарышей. Я в шоке. Вот это армия червяков. И все они работают на воблера. Давайте, приносите мне деньги, опарыши. Больше денег. Больше. Сейчас лето, сейчас нужны деньги. Вопрос, когда они не нужны, да? Всегда не нужны. Все, мы начали, ребята, кушать уже ухо мыши. Смотрите, сейчас ухо пропадет. Все, наша мышка без ушей. Может, у нее и не было ушей. Мы видим позвоночник, кости. Давайте ускоряем скорость. Нормально, больше скорости. Ничего себе, вот уже, ребята, такая скорость наших опарышей. Вы посмотрите, уже я без ускорения, без ничего. Как они быстро бегают. Это реально круто. Давайте, опарыши, приносите мне больше денег. Здесь уже какие-то нереальные цифры пошли. Миллионы, триллионы. Дальше там какие-то непонятные даже числа, которые я даже их и не знаю. Давай, жрем быстрее. Опа, ребята, супер скорость. Смотрите, я все ускорил. Они быстренько сожрали. Один остался хвост. Давайте, доедайте хвостик толпой. Хвост, наверное, самый невкусный, потому что опарыши его едят уже в последнюю очередь. Да, ребята, ну что ж, к вечеру мы успели. Первый у нас день закончился, с мышью справились. Следующий день будет намного лучше, мне кажется. Все, расходитесь по домам, отдыхайте, опарыши. Завтра у нас новый рабочий день. Вот такие вот у нас прокачки, 277 скорость и 81 опарыш. Давайте мы, ребята, с вами посмотрим, как же на скорости 1000 наши опарыши будут разбирать эту птичку. А также скорость будет увеличиваться и количество опарышей тоже увеличивается. Мы просто с вами посмотрим, как тут красиво мы разберем птичку просто до костей. Вы уже видели, как тут все прокачивается, это в принципе просто элементарно. Мы жмякаем, а вот как разбирать птичку еще не видели. Смотрите, тут у нее осталась голова, крылья и хвост. Давай, давай. И перья даже будут опарыши есть. Смотрите, один опарыш сожрал все перья. Я в шоке. Все, за секунду разобрали птичку. Это была X1000. Сейчас у нас 167 личинок, я прокачаю скорость и посмотрим, что с этого получится. Я вижу, что у нас снова мышь, значит здесь всего лишь два животных, это мышь и птица. Хотелось бы побольше уровней, но куда больше, если у нас уже здесь вообще какие-то космические цифры идут. Я даже таких цифр не знаю, ребята. И вот что у нас, 487 скорость. Вы посмотрите, игра лагает, она у меня вылетела. Я заново зашел, игра спрашивает: воблер, а у тебя iPad Pro 2020 года? Я говорю, да, а игра мне говорит, надо покупать 21-го, потому что твой iPad плохой, не тянет меня. И отключилась. Вот так вот, ребята, игра зависла. Наверное, скорость очень большая. С тобой был воблер, оставайся на канале, скоро увидимся, пока.